Здравствуйте, сообщество YouTube. Сегодня мы собираем на своем участке ромашку. И хотела бы обратить внимание, особенно мам, на этот важный период. Потому что именно как вы заготовите на зиму травы, так будет обеспечено здоровье ваших близких. Чтобы не вдаваться в подробности по химическому составу ромашки, так как он очень богат и займет это много времени, давайте рассмотрим основные показания к применению ромашки. Применяется она при лечении различных заболеваний. Это прекрасный антисептик, обладает противомикробными свойствами, является прекрасным обезболивающим средством. Причем от различных болей прекрасно применяют ромашку от головной боли, от боли в животе, желудке, конечностях и других. Снимает воспаление. Обладает успокоительными действиями, и все благодаря сочетанию цинка и валерьяновой кислоты. Ромашка аптечная благотворно влияет на нервную систему, обладает противоаллергическими свойствами, поэтому ее зачастую применяют в различных сборах для лиц, склонных к аллергии. Благотворно влияет на весь желудочно-кишечный тракт. Обладает противовирусной активностью, поэтому может с успехом применяться при лечении гриппа и различных ОРЗ. Прекрасное жаропонижающее средство. Ромашка аптечная обладает противоревматическими свойствами. Усиливает отделение желчи. Применяется как противоглистное средство. Убивает лямблии, аскариды и острицы. Ромашка применяется также в гинекологии. Так и в косметологии. Почему ее зачастую добавляют в крема? По уходу за сверхчувствительной кожей лица. Ромашка оказывает благотворное действие при женских заболеваниях, болезненной менструации, маточной, кровотечении и другое, повышенной нервной возбудимости, невралгии. Наружное применение препаратов из этого растения эффективно при лечении ожогов, обморожений, ран, фурункулов, трофических язв, геморроя и повышенной потливости ног. С помощью ингаляции с ромашкой можно улучшить состояние при ОРВИ, гриппе, заболеваниях верхних дыхательных путей. Кроме того, растения употребляют для лечения болезней печени, почек, мочевого пузыря. Российскими учеными была доказана эффективность лечения водным экстрактом ромашки воспалений, которые вызваны действием химических веществ и ультрафиолетовых лучей. Благодаря наличию в составе растения хамазулена, препаратами из него купируют приступы астмы, снимают аллергические реакции. Ромашка помогает от стафилококка, стрептококка. Ромашка очень полезна для детей. Ее отвары добавляют в ванны при купании новорожденных. Настоем из нее обрабатывают разряженную кожу малышей. Лечит пеленочный дерматит. Ромашковым отваром промывает глазки от закисания при конъюнктивите. При коликах врачи рекомендуют поить младенцев ромашковым чаем. Улучшает у деток сон и аппетит. Собирая ромашечку, вы старайтесь срывать только цветочки, и то уже раскрывшиеся.